Приветствую вас, друзья! Здесь мы говорим о народной мудрости и приметах, которые могут помочь нам в жизни. С каждым годом мы погружаемся в новые энергии и возможности, и 2025 год не станет исключением. Каждый год в этом бесконечном цикле приносит свои возможности. В 2025 году мы вступаем в эпоху деревянной зеленой змеи существа, олицетворяющего мудрость и гармонию. Этот год обещает быть особенным, ведь именно змея обладает способностью открывать двери к новым познаниям и внутреннему росту. Чтобы установить связь с энергией Вселенной, напишите в комментариях. Я принимаю свою внутреннюю силу. Да будет так. Если хотите узнать больше примет и тайных знаний из мира эзотерики, то заходите в Телеграм. Секретная ссылка под видео. В январе 2025 года мы встречаем деревянную зеленую змею, символ спокойствия и гармонии. Этот год обещает стать периодом глубоких трансформаций и внутреннего роста. Змея, как мудрый наставник, поможет нам научиться справляться с вызовами и находить истинный смысл в жизни. Чем хорош год змеи? 2025 год – это время, когда деревянная змея, обладая своей мягкой натурой, вдохновляет нас на поиск внутреннего баланса и гармонии. Она символизирует не только мудрость, но и изящество, что открывает перед нами новые горизонты для общения и самовыражения. Что означает, если родился в год змеи? Люди, рожденные в год змеи, обладают магической аурой и способны видеть мир с необычной перспективы. Их интуиция и умение чувствовать окружающее делают их выдающимися личностями, но в то же время они могут быть уязвимыми и осторожными. Змея наделяет своих подопечных даром предвидения, что открывает путь к финансовому успеху и личным достижениям. Какая планета управляет 2025 годом? До 9 июня 2025 года на наши судьбы будет влиять могущественный Юпитер, проходящий через знак Близнецов. Это время, когда яркие идеи и стремление к самосовершенствованию будут на пике. Используйте эту энергию для развития своих навыков и общения с миром. Какой год 2025 по славянскому календарю? Славянский календарь называет 2025 год годом жалящего шершня, что символизирует решительность и упорство. Этот год поможет каждому из нас раскрыть свои лидерские качества и достичь поставленных целей. Главные цвета года змеи. Зеленая деревянная змея благосклонно относится к изумрудным, мятным и бирюзовым оттенкам, а также к золотому и серебристому. Эти цвета станут вашими союзниками в притяжении удачи и гармонии в новом году. Отдавайте предпочтение натуральным материалам. Одевайтесь в облегающие наряды, которые подчеркивают фигуру. Но избегайте слишком тесной одежды. Змея ценит комфорт. Кто подходит змее по гороскопу? Если вы мужчина-змея, то ваш идеальный союз с собакой, лошадью, петухом или быком. Женщинам-змеям лучше всего будет с кроликом или кабаном, которые оценят их внутреннюю красоту и ум. Мир полон ярких личностей, родившихся в год змеи, от Линды Евангелисты до Стивена Хокинга. Эти харизматичные люди вдохновляют нас своим талантом и креативностью, оставляя неизгладимый след в истории. Если хотите узнать, какие благоприятные возможности в наступающем новом году ждут именно вас по году рождения, то смотрите следующее видео.